Неэффективно. Без оценки. Неэффективно. Здесь небольшая забивка на ковре номер один, поэтому пока. На ковер номер один приглашается вес 30 килограмм. Финальный поединок. Сивагит Кочинжи. Готовится вес 27 килограмм. Икрамов Сидорков. Неэффективно. Комуэсом из Милад первого места. Время того, кто идет. Рано возможности. Спасибо, кто идет. Ты, Рефри Чебунов. Старший ковра Макутин. Вызывается Решетов. Решетов Алексеев. Вызывается Невышев. Готовится категория 60 килограмм, Балмышко, Шнепак, Краев, Дмитрий. Ногой, Сергей, ногой, ногой. Повторно на ковер номер один вызывается. Мальчики, 10-11 лет, вес 30 килограмм. Финальная встреча. Сивагит Ярослав Балсинов. Готовится Икрамов Сидоркин. Сидорков. 1 балл красный. Вот и свистка. Равные возможности. Рефери. Пал синий, нога в корпус. В этом бою. На счетом 0-8. Победа держал боец синим поясом. Паршутин Егор, заметьте себе рабочий место, ковер номер один. Без оценок. Активность красного. Рома, больше атак, Ром, больше. Счет 6-2. Больше атак, Рома. Оцените внешние 10 бойцов. Больше, красный. Бал синему. Бал синему за бросок. Бал синему. Удар по технику. Синего. Бал синему был за бросок. А удар по технику. Синего. Бал. Счет 6-4. Бал синему удар в корпус. Счет 6-4. Дал красному на корпус.
Активность красного. Бал красного. Замечание. Красного за выход предела. 4. Бал красного. Нификсина. Бал синему за бросок. Бал красному. Стоп, стоп. Максим Сергеевич. В этом бою по счетам 9-4. Победа держал по красным поясом. Занял первое место. Приглашается 246 килограмм.